Это поубийство. Я хочу сказать, что из морга практически не вылазит. Ты очерствел, тебе уже не жалко было. У них уже отвращение ко мне появилось. Он вообще не понимал, что с ним происходит. У меня ноги отказали. Два сотрудника МВД и два уголовника. Такого не было, чтобы я ни в чем не повинный человек взял, привлек. Тебе хочется увидеть детей? Вон кто стоит? Через случайно я узнал вообще другого человека. Что тебя толкало? Жизнь дала трещину. Смотрите программу «Обернитесь» 10 сентября в 18:45.